На доске почета Солигорска виднеются портреты лучших тружеников района. Среди них и работник открытого акционерного общества «Большевик Агро», механизатор Владимир Виноградов. За 12 лет работы в аграрном деле передовик со стажем успел изучить все тонкости профессии. Как результат, ежегодное улучшение и без того высоких показателей. За 2017 год механизатором было заготовлено около 24 тысяч тонн зеленого корма, почти 23 тысячи тонн силосной массы и около 17 тысяч тонн сенажной. Чтобы достичь таких высоких показателей, надо качественно работать, вовремя приходить на работу, уходить с работы. Я стараюсь не подводить руководство наше. Профессионалам своего дела руководство гордится, постоянно поощряя труды. Передовику не раз вручались заслуженные грамоты и призы. И вот многолетнее усердие работника удостоилось высшей оценки. Но для Владимира Иосифовича в работе главное получить не награду, а хороший, качественный урожай. Выезжать в поле с рассветом для механизатора дело привычное, ведь чтобы не терять марку, за день нужно постараться успеть собрать более 600 тонн культуры. Успех в деле зависит от многих факторов – надежной техники, условий труда и погоды, но самое главное в этой цепочке – человек.